Накануне в Красноярске состоялся матч 1/16 финала, розыгрыш Кубка России 2014-2015 между местным Енисеем и футбольным клубом Уфа. Нам выпал непростой соперник, мы хорошо его знали еще выступая в ФНЛ. Это команда, которая отличается бойцовскими качествами и любит единоборство. Наша команда одержала победу со счетом 3-2 в дополнительное время. Уже к первым минутам матча мы вели со счетом 2-0 благодаря двум голам нашего легионера Хариса Ханджича. Потом был пенальти в наши ворота. И на последних минутах пропустили вот этот злосчастный гол после розыгрыша углового. Пришлось решать вопрос в дополнительное время. Благодаря голу Александра Васильева мы наконец-то преодолели, так скажем, первый раунд плей-офф. Все равно здесь можно отдать дань тому, что команда в добавочное время, даже учитывая на то, что у нас были произведены все замены, а Фримпонг уже не мог играть в полную, у него растяжение задней поверхности бедра. Поэтому практически десятером провела вот эти два тайма по 15 минут добавочного времени. Было немного тяжело играть полный матч. До этого у меня была травма, потом я играл по одному тайму. Сейчас в игре с Енисеем получил небольшое повреждение. Думаю, через неделю-две я восстановлюсь. Следующим соперником на стадии 1/8 финала нашей команды стал московский «Локомотив». Игра запланирована на 29 октября. О месте проведения игры будет известно после жеребьевки, которая состоится, когда закончатся все матчи 1/16 финала.